Салют, Гиперникель тут. В общем, сегодня будем проходить тест на реакцию. Я уже тут немного потренировался, показал довольно внушительные результаты. Ну что ж, посмотрим, что сейчас получится. 400, блин, как-то не очень пока. Да уж. Не зачет, к сожалению. Ну что ж, не будем отчаиваться и продолжаем. О, 245, нормально. 417, что-то пока не очень. Так, давайте еще раз попробуем. Да, что-то как-то не идет у нас. Так, ну нужно хотя бы до среднего уровня добраться. Попытаться. Пробуем еще. Да, херово. Бля, не, что-то как-то вообще плохо совсем. Давайте еще раз попробуем. Двести. Нормально. Вы слишком рано. Поторопился. Хотел как можно быстрее все сделать. О, 160. Нормально. Бля, не, как-то совсем плохо. Да. Так, а 200 это у нас мастер спорта. Нормально так. Херово, херово, очень херово. Блин, не нажалось, не нажалось. Вот. Черт. Кстати, говорят, что меньше 1/10 секунды реакция не может быть. Настолько это быстро. Ну, мы сейчас это проверим. Слишком рано. Плохо, плохо. 320, неплохо. 385, не очень. Еще раз пробуем.
У меня несколько раз получилось вот до этих уровней дойти. Вот настолько у меня быстрая реакция была. Давайте еще попробуем. Плохо, плохо, очень плохо. Бля, не, ну это вообще. Слишком рано. Шестьдесят миллисекунд. Вы видели это? Хераси. Это практически рекорд мой. Ладно. Ну, в принципе, на этом можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Вот такое вот прикольное видео получилось. Всем пока.